На каждой планете галактики вы найдете поток, мощную таинственную энергию. Здесь, на Ахелиане, мы называем ее дыханием. Поток настолько силен, что может быть опасен. Но только не для Галактик Футбол, самого зрелищного спорта в галактике. Но 15 лет назад таинственный взрыв потряс Ахелиану, унес дыхание и лишил нас шансов на участие в турнире за кубок Галактик Футбол. 15 лет без достойной команды и ничего, кроме снега и льда. Но теперь появилась надежда, что новые молодые игроки оживят дыхание Ахелианы. Не проблема. Наша судьба в их руках. Не проблема. Галактик Футбол. В предыдущей серии. Вы знаете, где он сейчас? Я сумел найти его, хотя и не искал. Что? Он даже примет участие в отборочных соревнованиях. Я убежден. Мы можем оживить дыхание Ахелианы. Мы возьмем только лучших из вас. Это специальный тренажер, виртуальный тренер-автомат. Готовы? Игра! Ну как? Просто потрясающе! Арч, я должна найти Арча. Ты хочешь играть в его новой команде? Рокет, твой отец знает, что ты здесь? Да, знаю, и возражаю против этого. Ах, дыхание. Мы с Клэмпом, наконец, выбрали восьмерых из вас. Надо немедленно созвать общество потока. Дыхание Ахелиана явило себя. Наконец-то на Ахелиане что-то происходит. Третья серия. Вызов. Автор сценария Лоран Тернер. Штаб-квартира общества потока. Нас тревожит, что Арчу удается пробудить дыхание Ахелиады. Мы боимся, что пробуждение потока дестабилизирует галактику. Мы все знаем, что дыхание Ахелианы маломощное. Что бы вы ни думали, причина оледенения этой планеты совсем не в нем. Кажется, вы информированы лучше меня, госпожа Симбае. Наш круг собрался, чтобы запретить использование потока везде, кроме Галактик Футбол. В мире спорта он не представляет никакой угрозы. Это я знаю, господин Симбра. Но откуда нам знать, что за спиной Арча не стоит техноид? Я знаю Арча. Не такой он человек, чтобы продать душу техноиду. Возможно, но одно обстоятельство меня все же беспокоит. Шестеро из детей, которых он взял в команду, несколько лет назад переболели какой-то странной, необъяснимой лихорадкой. Все они родились после Великого Взрыва. Взрыва, причину которого я не хочу знать, но вы должны признать, госпожа Симбае, что последствия его нам тоже неизвестны. Как она это сделала? Надо присмотреться поближе. Может быть, у нее на спине крылья. Вы ничего не поняли, ребята. Это не ангел. Ангел там. Хорошо, переходим к работе с мячом. Скорость? Максимальная.
напомни мне, разве футбол не был когда-то игрой? Это верно. Почему бы нам не сыграть матч? Я бы подремал в воротах. Я вам уже говорил, вы здесь не для веселья. Я взял вас не за тем, чтобы вы стояли, засунув руки в карманы. Я взял вас, чтобы создать настоящую команду, способную побеждать лучших в лиге. Играть будете, когда будете готовы. Когда же это будет? Явно не сейчас. Ну и ну, Майк Райс, какой же ты дурак! Не понимаю, что мне мешает придушить этого типа? Страх, скорее всего. Вот для этого и нужны настоящие друзья. Они всегда найдут правильные слова, которые наполнят тебя уверенностью. Она с кем-нибудь из вас говорила? Со мной ни слова. Для тех, кому интересно, я утром закончил оборудование массажного зала. Эй, первая хорошая новость сегодня! Ничего себе, хорошая новость! Кажется, у меня морская болезнь. Почему мы здесь? Можешь объяснить? Чтобы целыми днями играть в футбол. Могло быть и хуже. Или, по-твоему, лучше вкалывать в ледяных шахтах? Кто знает, может и так. Делайте, как мой брат, ребят. Относитесь к этому философски. Вы хотели меня видеть, сэр? Тебя, да. А твою камеру нет. Извините, сэр. Тиа, когда ты овладела дыханием Акилианы? Чем, сэр? Давно ты умеешь делать то, что ты делаешь с мячом? С детства, сэр. Точнее сказать, не могу. А твои родители? Как они отреагировали, когда заметили это? Они об этом не знают, сэр. Мои родители — дипломаты высшего ранга. Они постоянно в разъездах. Меня воспитывала гувернантка. Они хотя бы знают, что ты здесь? Вы не получили их сообщение, сэр? Да, да, получил. Мы разрешаем нашей дочери Ти играть в вашей команде. Мы этим очень гордимся, мистер Арч. Хорошо. Иди и готовься к программе. Мама! Мама! Я не знаю, что надеть, а скоро у нас уже эфир. Представляешь? Нас покажут в новостях Аркадии. Нас увидит вся галактика. Возьми себя в руки, Мэй. Надень платье, которое тебе больше нравится. Но они мне все нравятся, мама. Тебе очень идет голубое. Оно подчеркивает красоту твоих глаз. Разве ты не заметил? Это раздевалка девочек. Да, да. Заметил. Верь мне, я дело говорю. Ха-ха, в том-то и дело. Я тебе не верю. Вот что, Мэй. Не знаю, как ты, а я считаю, это не подарок. Ты же не пойдешь в таком виде. Я и не собираюсь идти. Не хочешь, чтобы тебя показали по телевидению? Я предпочитаю оставаться за кадром. Аркадия Ньюс. Новости для всей галактики. Для всей галактики, и особенно для крохотной планеты Акелиана. В наши дни на Акелиане происходит много интересного. С этим не поспоришь, верно, Келли? Вы правы, Норк. Я веду прямой репортаж из места, которое многие на Акелиане считают проклятым с тех пор, как началось оледенение. Я на старом стадионе Акелианы. Как видите, здесь ничего не изменилось, и я не собираюсь задерживаться на этой неприветливой территории. И все же это печально известное место вновь обитаемо. А живет здесь не кто-нибудь, а сам Арч, бывшая звезда команды Акелианы. Хотя поле непригодно для эксплуатации, этого не скажешь о подземных помещениях и залах стадиона.
Каким-то чудом наступление льда обошло их стороной. Сейчас здесь ремонт, который выполняет целая армия роботов. Арч согласился ответить на все вопросы, которые нас так волнуют. Например, как он собирается, цитирую, переписать историю этого спорта на нашей прекрасной планете с помощью команды новичков, которую он только что создал. Надеюсь, что он ответит со своей легендарной прямотой. Мы также познакомимся с его учениками, с этими счастливчиками, которым предстоит решить эту невероятно сложную задачу. Однако все ли решает удача или уже ясно... Папа, что ты делаешь? Ты отлично знаешь, что мое последнее слово нет. Зачем же ты смотришь это, чтобы сделать себе еще больнее? Не я делаю себе больно, ты это делаешь. Арч, как всегда, делает несколько шагов назад. Зрители затаили дыхание. Станем ли мы свидетелями беспрецедентного события победы Акилиан? Не проблема. Ходят слухи, что вы направили заявление в Лигу, чтобы ваша команда могла официально участвовать в следующем турнире на Кубок Галактик Футбол. Это не слухи. Вам не кажется, что вы поторопились? Это решает Лиги. Вы считаете, что можете создать команду галактического класса за такой короткий период? А почему нет? А как же Ред Тайгерс? Как быть с официальным клубом Акилианы? Если нас официально признают, я предложу сыграть матч за право представлять Акилиану на кубке. Интересно. А что об этом думает ваш бывший друг и товарищ по команде? Я, разумеется, говорю об Артегоре Нексусе, тренере Ред Тайгерс. Тот, кто любит состязаться так же, как Артегор, никогда не откажется помериться силами со слабым соперником. Это смешно, Артегор. Можно подумать, что ты боишься Арча. О чем ты говоришь? Чего тебе бояться? У тебя больше ресурсов, чем у него. И игроки твои тренировались дольше. Я не боюсь никого и ничего. Тем более Арча. Как тренер я лучше, чем он. Я всегда был лучше. Он ни разу не промахнулся. Никогда не видел такого удивительного подающего. А, ни за что. Кошмар какой-то. Ты не выспался? А я спал как младенец. Неудивительно. Рядом с тобой не спал псих, который всю ночь бормотал, что он станет величайшим футболистом галактики. Я говорил во сне. Если бы только говорил. Можно было подумать, что ты один выиграл Кубок Галактики за одну ночь. Почему бы и нет?
Что, почему бы и нет? Почему бы не выиграть кубок? Да, конечно, размечтался. Проснись и ощути запах кофе. Доброе утро, ребята. У вас ровно 30 минут, чтобы подготовиться и явиться на тренировку. Улыбайся, Майк Райс. Ты наконец-то сыграешь в матче. Начали. Силища. 120 километров в час. Лучше бы мяч летел медленнее, но попал в цель. Чего нам не хватает, Арч? Времени. Только времени. Возможно, но еще больше хорошего подающего. Ты меня Tia seems to have adapted well to my holo training. I told you so, Arch. With your ideas and my machines, you see, we're getting there. Что-то я не понимаю, Блейлок. Почему техноид настаивает на официальном признании команды Арча? Я не техноид. Нет, вы уж не обижайтесь. Почему вы, Блейлок, генерал техноида, настаиваете на признании Арча? Не ваше дело. Но голосовать мне. Мне пора выходить. Никогда в жизни не работал так много. Даже в шахте. Все тело ноет, даже волосы болят. Я видела тебя по телевизору. Ты молодец. Правда? Я не очень нервничал. А где Джок и остальные? Почему они не пришли? Остались наверху. Смотрят матч по телевизору. Как можно столько смотреть футбол? Не понимаю. Если бы я увидел мяч, я бы его разорвал. Сынок, ты еще увидишь много-много мячей. Почему ты так говоришь? Только что передали по радио, что ваша команда официально признана лигой. Теперь Океанской футбольной федерации осталось лишь организовать матч между Red Tigers и командой Арча. Этот матч решит, какая из команд будет участвовать в отборочном туре Кубка Галактик Футбол, который начнется через несколько недель. Вот увидите, кубок будет наш. Я это чувствую. Да! Ура! А как же! Впереди еще несколько дней напряженной работы.
Плюс товарищеские матчи на планете Вамбы. Мы прорвемся, Арч. Без подающего нет. Помнишь, как мы расстраивались, когда отец не давал нам играть в футбол? Мы даже начали строить ракету, чтобы сбежать на другую планету. Если бы я слушался отца, не лишился бы ноги. Да, но не испытал бы тех волшебных моментов, когда мы были одной командой, когда отправились покорять мир. У твоего сына талант, Нарата. Он талантливее, чем были мы в его возрасте. Он может стать великим игроком. Он станет хорошим световодом. Не вижу в этом ничего плохого. Его страсть в футбол. Ты это знаешь. Эта теплица – частная собственность. Мне бы не хотелось вызывать полицию, чтобы тебя выпроводили. Я ухожу, Нарата. Больше я тебя не побеспокою. Даю тебе слово. Арч! Один матч. Я даю тебе Рокета на один матч. Матч с Ред Тайгерс. Если вы проиграете, Рокет вернется домой. И ты сюда больше никогда не придешь. Никогда. Кажется, у вам бы серьезный приступ лихорадки. Да, это лекарство – моя единственная надежда вылечиться от болезни. А зарплата игрока Вамбы не позволяет купить его в достаточном количестве, я понимаю. Этого должно хватить. Она не должна играть. Никогда! Намек понят? Смотрите это в следующей серии. Что ты о себе возомнил? Синет, хватит, ладно? Вот ваши позиции. А как же я, сэр? Будешь запасным. Она не должна играть. Никогда. Мы ищем эту девушку. Но они дали мне разрешение. Авторы идеи Шарль Баррес и Винсент Ванделли. Композиторы Марк Тамази и Мехди Эл-Морабит. Режиссеры Фредерик Дибовский и Антуан Шарейрон. Совместное производство Альфа-Ним Франс 2, Jetix Euro, Уэлкин Хоссем и Audi Art Lux Animation Supersonic.